Интересный комментарий от зрителя под ником Мистер Мит. Он учится в 8 классе и твердо решил стать юристом. Но у него проблемы с обучением, в частности с алгеброй и русским языком. И он точно не может учиться на платной основе. Ну что ж, здесь стоит отметить, что самый короткий путь стать юристом после 8 класса, это вам нужно закончить 9, 10, 11 класс и поступать в высшее учебное заведение. Для этого вам точно нужно будет хорошенько подготовиться к ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию. К тому же следует учитывать, что на направлении юриспруденция в стране не так много бюджетных мест, а в некоторых высших учебных заведениях их вообще может не быть. Поэтому вам нужно успешно, очень успешно готовиться к этим ЕГЭ. Поэтому приложите максимум усилий с репетиторами, когда еще будете готовиться к ОГЭ, чтобы вы действительно классно знали этот предмет. Желаем вам успешного поступления!